И с той стороны проходное освещение. Вы можете вот так через кроватку брык. И вот здесь все выключить. И спокойно полежать в тишине покоя возле берега Черного моря. Ребятушки, ну что, всем доброго денечка. Мы находимся возле одного из самых классных домов в Анапе, улица Кирова, дом 1, первая береговая линия. И сейчас я покажу вам квартиру, которая периодически сдается в хорошие руки. И она полностью укомплектованная под ключ от А до Я. В общем, смотрите, не переключайтесь. Первый этаж, входная группа, здесь консьерж. И беспрепятственный доступ в вашей квартире. Можно прийти, там оставить свои ключики и уйти. В общем, полнейшая безопасность. И вот такие глаза, которые следят за всеми жителями этого комплекса. Зашли, входная группа, дверь, зеркало, здесь гардеробная, куда вы можете положить свои личные вещи, вешалки и все, что вы увидите на этом видео, оно остается и входит в цену апартаментов, о которой вы узнаете в конце этого выпуска. Итак, проходим дальше. Здесь санузел, мы чуть позже в него вернемся. Большая просторная кухня-гостиная. Здесь хозяйка может спокойно резать, шинковать, что необходимо делать. Вот тут, пожалуйста, посудомоечная машина. Все работает как часики, потому что сюда иногда приезжают наши доверенные постоянные инвесторы, которым мы сдаем эти апартаменты за разумные деньги. Так. Черные тона, белые тона, серые, все встроенное. Вот здесь, пожалуйста, холодильник, да, можно спокойно прийти, положить уже сегодня сюда свои продукты и здесь ночевать, жить, кайфовать, потому что расстояние до моря всего 100 метров. Так, три телевизора, зона приема пищи, вот эта люстра в трех цветах, мы можем включить на выбор любой цвет, либо белый, либо там какой-то золотой, в общем, разные цвета. Полностью все это входит в цену. Попадаем в санузел. Обратите внимание, двери, они не дешевые, приятное покрытие. Да, вот здесь вот такой вот стык черный. И вот, пожалуйста, можно включить вытяжку, можно выключить вытяжку. Заходим в санузел. Душевая кабина классная, да, классная. Тропический душ, такое ощущение, что вы как будто бы на Мальдивах. Там все устроено так, выбирали специально у проверенных поставщиков, чтобы это включаешь и шум. Шум дождя. Там, пожалуйста, стоят рыльно-мыльные принадлежности, шампуни, гели, маски. В общем, все для вашего кайфового, комфортного времяпрепровождения на берегу моря в этом лоте есть. Причем это все обставлено нами, компанией Неаполь. Так, пойдемте сюда поближе, покажу вам санузел, вот это местечко. Да, здесь инсталляция, она работает. Пожалуйста, водичка бежит, течет. Можно вот так вот на инсталляцию сесть. Коврики, ножки на коврик положил. Вот здесь вот подогрев, можно полотенчики повесить. Стена у нас с подогревом, обратите внимание, чудо техники, да? Маленькие детали, очередные маленькие детали в этом лоте от компании Neopre. Идем дальше. Закрываем дверку. Попадаем опять в кухню-гостиную. Дальше проходим в одну из двух спален. Телевизор, о котором я вам уже говорил, их у нас три в этой квартире, в каждой комнате. Вот здесь самое классное местечко, это именно если вы поставите вот это кресло вот сюда, и вот так вот будете смотреть вот в ту сторону на закат. Да, ну какой же класс, а? Видите? Море. Так, идем дальше. Черный, недешевый, матовый радиатор. Здесь интерьерные всякие штучки, реечки, черные простеночки. Вот здесь гипсокартоном мы стенку вот так вот сделали, чтобы красиво все было. Кровать двуспальная, на ней практически никто не сидел. Постельное белье, это все так же остается и входит в цену квартиры. Прикроватные тумбочки, розетка, чтобы можно было положить свой телефон рядом с кроватью на зарядочку и спокойно отдыхать. Прикроватная тумбочка открывается, пожалуйста, туда тоже какие-то свои личные вещи положили. Свечку зажгли, вот так лежите, думаете, блин, как классно, что с Неаполем купил квартиру, да? С той стороны такая же тумбочка, обратите внимание, причем там есть проходное выключение освещения, то есть мы можем вот сюда вот так вот зайти и...
вот здесь спокойно весь свет выключить, а там включить или наоборот. Выходим из этой квартиры, там также свечка, она также входит в цену квартиры. И выходим из этой квартиры, из этой комнаты и попадаем дальше через кухню-гостиную, через гардеробную, место приема пищи, люстра трех цветов, между прочим, и еще одна комната, также телевизор. Вот это местечко как вам? Видите, да? Вот тут подсветочка такая по периметру. Красивая, четкая. Вашей даме здесь очень понравится. Если вы мужчина и вы меня смотрите, скажете: да, Ярослав, ты говоришь тему, моей жене очень хочется купить этот плод. Так, проходим дальше. Черный ароматовый радиатор. Также можно включить, выкрутить. Здесь очень тепло. Ну, там уж по своему усмотрению регулируйте температуру. В помещении вот это все тоже остается. Такие вот свечечки, интерьерные такие штучки. Можно свой портрет сюда повесить. Такая подушка. Посмотрите, это задумка нашего дизайнера. Вот так вот она работает. Видите? Вот так или вот так. Классно? Классно. Диван вот этот раскладывается, и получается еще дополнительно два спальных места. То есть всего здесь может легко разместиться 6 человек. Понимаете? 6. Так, проходим дальше. Вот в этой комнате есть еще одна гардеробная. Дверку вот так закрываем. Открываем гардеробную. Здесь у нас, пожалуйста, пустые вешалки, на которые вы можете повесить все, что вам необходимо. Все в едином стиле, такой деревянный приятный тон, так как и это гардеробная, и ламинат на полу со смещением на 1/3 положен в хаотичном порядке, чтобы было максимально красиво, стильно и четко. Здесь у нас, пожалуйста, также есть розеточка, вот видите, да, розеточка, пожалуйста. И с той стороны проходное освещение, вы можете вот так через кроватку брык, и вот здесь все выключить и спокойно полежать в тишине покоя возле берега Черного моря. Про сплит-систему Haier, интерьерные подсветки, точное освещение, теневой профиль потолка, скрытые двери скрытого монтажа и классный ламинат и много других приятных мелочей в этом выпуске рассказывать не буду, потому что это еще затянется минут на 15 минимум. Так, сейчас я скажу вам цену. 15,5 миллионов рублей этот лот стоит сегодня. Пока он свободен от наших отдыхающих, можете звонить, писать, дистанционно бронировать. Цену мы для вас фиксируем. Потом приезжаете, прилетаете на поезде, на самолете, на чем хотите. И покупаете эту вот такую классную квартиру за более чем адекватный бюджет. Просто подходите вот к телевизору, сюда вот садитесь, смотрите на эту плазму. Да, вечерочком со своей любимой женщиной думаете: да, спасибо Ярославу за то, что в свое время посмотрели этот выпуск. До встречи в Анапе. Пока-пока.